Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в Кремалочку на серии Родина РП, Центральный округ. Мне здесь Кирилл Подбулов, и не забывайте отменить при регистрации. Итак, друзья, как вы помните, в предыдущей серии у меня взорвался мотор на Чироне. На Бугатти у меня взорвался мотор. Короче, я перезашел с того момента. Кстати, можно будет ремкомплект, заправка, баллончик. Кстати, можно будет закупиться реально вот этим всем и... Блин, было бы круто. Премиум. У меня гараж премиум, пацаны, поэтому все заебись. Можно будет затарить гаражом. Гараж, точнее, затарить. Ну, не знаю, может, я вне серии этим займусь, либо в серии. Ну, посмотрим. Короче, Bugatti Chiron. Он сейчас на ходу, но я думаю, если я пройдусь там на нем пару метров, то мотор обратно взорвется. Потому что у него целостность, по-моему, вообще пизда. 47, да. Его нужно срочно чинить. Поэтому, да, берем, короче, Чирон и выезжаем на нем. Только сначала я куплю рема, короче, так. BMW, Bugatti, вот Bugatti. Все, выключаем стабилизацию, можно ехать. И просто можно ехать. Читачка не закрылась, она должна только чтобы была сама закрыться, но... Блять, ну ёб твою налево. Чувак, куда ты ездишь? Точнее, как ты ездишь? Вообще не пацанский, ёпт. Какая-то баба там выбежала. Погнали сейчас почим Чирон, потому что, видите, у меня крузак въебался, и мы остались без дверей, без нихера. Так, глушим мотор. Так, РВС должна была произойти уже, поэтому можно выходить с машины, я думаю. Даже если он заспамится, я тут недалеко живу, поэтому все заебись. Так, быренько покупаем набор починки. А, только один можно набор починки, точняк. Давайте я один тогда в багажник положу. Хотя бы так, багажник. А, набор инструментов. Положить. Один. Так, я пока багажник не буду закрывать. Думаю, никто сюда не подъедет в ближайшее время. Так, все, я багажник положил 3 ремки. Я думаю, этого хватит, потому что тоже много не хочу уложить. Потом уже в какой-то серичке там, может, затаримся. У меня капота нету, ладно, ничего страшного, доедем так. Я ремку с собой взял, у меня с собой ремка есть в багажнике, 3 штуки, потому что Чирон может до Эстонии доехать, потому что у него целостность маленькая, он сейчас может просто по дороге у него обратно мотор взорваться, поэтому... И потом придется, ну, либо ремка чинить, по идее, хотя не знаю, он починится или нет, либо эвакуатор вызывать, чтобы не хотелось мне, потому что он может не приехать. Но в любом случае нужно отвезти Чирон в ремонт. Так, мы благополучно доехали до Южного, кстати, надо будет заправиться. Специально понаставляли просто. Все сделали максимально, чтобы люди не гоняли. Не, ну это, конечно, хорошо, но, блин, как по мне уже перебор как-то. Везде просто, видите, сколько везде просто проставляли. Шоу Арзамасе, что здесь? Не, ну трассе, конечно, догонять не в городе. Хотя, блин, ну, пролететь пару прикрестков на Чироне, я думаю, это нормально. Как я, в принципе, и сделал. Так, вроде там есть ремонтники эти. Сейчас починим свои машинки. Я думаю, и будет все заебись. Так, состояние восстановить состояние. Это мне и нужно. Все, чиним. Чините, пацаны, мне состояние, короче, я заглушу машину. Давайте, давайте, пацаны, я вас верю, вы можете, могете. Сейчас просто мне столько бабок уйдет, я вам говорю, 1100 уйдет на ремонт Чирона. Видите, каждый раз по 12 тысяч, у меня целостность 56. Каждый раз, по-моему, добавляется по 10 раз. Ну, блин, надеюсь, я починюсь таки свою тачку, нормально все будет. Номера, конечно, блин, нормально я выбил. Если кто не в курсе, я эти номера выбил в ДПС. Серичку предыдущую посмотрите, кто не смотрел. Просто реально повезло. RAR 8999. Просто жесть. Просто каеп, просто реально, блин. Я реально хотел нормальные номера, и вот они мне выпали. Это просто круто. Так, они уже почти мне сделали. Ага. Уже у меня, короче, где-то 1030 ушло, даже больше. 30 на 1000 где-то ушла уже. 76 состояния. Нормально, чё. Так, давай еще. Наверное, последний раз сейчас будет. Может, нет. Чувак на Ягуаре приехал. Нормально так. Состояние.
Ну видите, блин, моторы, конечно, взрываются на червонах. Еще раз может принять. Да, давай. Ну и давай чини, братишка. А, или больше нельзя, типа 96, да, соточку, типа нельзя чинить. Ну такое себе. Ну ладно, чё, поехали. Ловить, я так понял, нам здесь нечего. Все, я починил тачку, давайте я рэп-кар пропишу. Все, теперь у нас точно тачка полностью целая. Так, проскачиваем на желтый, здесь у нас красный. Давайте остановимся, поехали на Бурынг, заедем, посмотрим, может там что-то интересное есть. Тоже на другие Бугатти посмотрю, какие у них номера стоят. Конечно, я хотел бы номера Родина СТ, но, блин, я не смог их выбить. Я два раза крутил эту рулетку, голд, и ни хрена не выбил нормального, короче, да. Но зато попробовал, что это такое. Хотя мне, наверное, было перед конусом выезжать, а я чуть скоротил. Меня за это могут выебать. Ну, ладно. Надеюсь, меня за это не выебут. Так, поехали. Бля, а нахера здесь-то ставить эти кон, эти лежачие, я не понимаю. Это ж не перекресток, как бы. Так, дружище, может, ты проедешь? Пожалуйста. Да ёк-макарёк, ты чё, проехать не можешь? Ёбаный в рот. Чё, блядь, лагающие просто бегаете? Не продаю. Так, я хочу просто глянуть, что-то вообще есть у нас такого интересного, может. Макмур. Ну, блин. Я-то мне предлагали, мне хотели Бугатти, короче, за 3 сама забрать, но я что-то не захотел. Хотя я купил его за 18, по-моему, или за 19. Не продаю. Не продаю я Чирон, пацаны. Даже можете не уговаривать. Может, я когда через время его продам, там. Но не факт. Кстати, напиши в комментариях, вот. Как по мне, это классные номера, я выбил. Вот, если продавать Чирон на этих номерах, то за него больше дают, чем за обычный. Он у меня в полном тюнинге, ну, только гидравлики нету. Автолок стоит, стробоскопы стоят, кстати, тоже. Вот, видите. И вот такие вот номера. Пробег всего лишь 410 километров. Ну, это я чисто катал на нем. А, не, я еще его с рук брал, но там пробег, по-моему, был 50 километров, что-то типа такого. А все остальное я уже накатал. Поэтому напишите, если продавать его на таких номерах, то люди будут сильнее им заинтересованы, чем обычный Чироном. Я просто не знаю, серьезно, как здесь с номерами у вас. Точнее, у нас на родине. Поэтому напишите, кто знает. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.